Это новости Дагестана. Здравствуйте, я Фатима Буталибова, и вот главная тема этого выпуска. Лезгинка в Петербурге. Подробности очередного дня Международного экономического форума через минуту. Ну, надо сказать, вот эти все некурительные смеси стали уже, ну, можно грубое слово, бичем, да, для молодежи. Они не просто где-то в магазинах продаются, и отмечены факты их распространения и возле учебных заведений, в том числе и средних образовательных учреждений. Наказание нужно ужесточить. В правительстве республики решали, как пресечь торговлю насваем и снюсом около школ. У нас разные диагнозы. У нас есть дети с ДЦП, слабовидящие, слабослышащие, с аутизмом, с задержкой психоречевого развития, синдромом Дауна. То есть мы не выделяем какой-то отдельный диагноз. Я счастливая мама. Матерям, воспитывающим детей с особенностями развития, посвятили отдельную выставку в Махачкале. Зажигательная лезгинка на стенде Ростуризма стала ярким подарком от Дагестана участникам Международного экономического форума в Петербурге. В деловой части форума республика получила еще ряд важных документов. Сергей Меликов и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве Дагестана и Сбербанка. А с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером глава региона договорился о развитии рынка газомоторного топлива. Дагестанский стенд посетила и заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Он подчеркнул важность достигнутых соглашений с федеральными структурами. На самом деле очень приятно, что республика имеет целый стенд. Это впервые. Мы всегда участвуем в работе Санкт-Петербургского форума, Дагестан я имею в виду. Но вот так, чтобы отдельный стенд, это впервые. И это очень хорошо, потому что очень много посетителей на Санкт-Петербургском форуме, они имеют возможность увидеть и то, что сегодня есть в республике, и самое главное, увидеть те планы, которые сегодня представила Республика Дагестан. И они очень интересные. Мне показали проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности стройматериалов, стекловолокно и так далее. Все очень интересные, перспективные проекты. И я уверен, что их реализация даст новый толчок для в целом социально-экономического развития республики. Мы имели возможность с Сергеем Олеговичем переговорить, обменяться мнениями. Я считаю, что работа Республики Дагестан, руководство республики на этом форуме успешная. Заключены очень интересные, важные соглашения как с федеральными структурами, так и с инвесторами, с промышленными группами, финансовыми структурами. Все это работает на то, чтобы наша республика, родная Республика Дагестан, развивалась. Экономическое развитие – это необходимое условие для того, чтобы росло благополучие дагестанского народа, чего я искренне желаю. Сотрудники полиции задержали 21-летнего уроженца Цунтинского района. Молодой человек подозревается в убийстве. Накануне в Махачкале, в доме по улице Буйнакского, в ходе скандала, подозреваемый кухонным ножом нанес множественные ранения 43-летнему местному жителю. Потерпевший скончался на месте. Задержанный в содеянном сознался. Возбуждено уголовное дело. У меня не было такого, что его убивают. Я не знаю, голова замкнула и ударил ножом. И после этого растерялся, был в шоке от этого и ушел из дома. А вы куда ему нанесли удары? Живот, как я помню. И в бок, и еще сюда. Дальше ничего не помню. Я в шоке был тогда. Я не понял, что я делал. Оставил там все. Не, оттуда человек какой-то вышел. Кричал, помогите, человек какой-то вышел. Я растерялся, убежал. Убегал, обувь тоже оставил там. За продажу снюса и насвая вблизи школ ужесточат наказание. Об этом было сказано на заседании антинаркотической комиссии республики под руководством вице-премьера Рамазана Джафарова. В обсуждении наболевшей темы приняли участие депутаты Народного собрания, руководители органов исполнительной власти и муниципальных образований, представители правоохранительных структур и надзорных служб. Переходим к третьему вопросу. О принимаемых мерах по противодействию продаже
торговых точках республики насвая, жевательного табака, снюс, да, и других видов психотропных веществ, совершенствование правоприменительной практики, привлечение к административной ответственности за их оптовую и розничную продажу. Но надо сказать, вот эти все некурительные смеси стали уже, ну, может, грубое слово, бичем, да, для молодежи. Они не просто где-то в магазинах продаются, и отмечены факты их распространения и возле учебных заведений, в том числе и средних образовательных учреждений. Ну, работа определенная здесь проводится, и МВД, и хорошо, что МВД привлекает и органы исполнительной власти, и муниципальное образование. Пропускная способность проспектов Петра I и Расула Гамзатова в утренние и вечерние часы пик увеличилась на 14% и 12% соответственно. И все это благодаря автоматизированной координации управления светофорами. Как еще Центр управления дорожным движением, открывшийся в Махачкале весной, повлиял на развитие интеллектуально-транспортной системы в городе, рассказал представитель компании «Урбантех» на встрече с журналистами. Было отмечено, что благодаря внедрению ИТС в режиме реального времени можно контролировать загруженность улиц, оперативно реагировать на ДТП, а также следить за качеством работы общественного транспорта. В целом проблемы как таковые в крупных агломерациях и городах, они схожие, безусловно. Везде есть проблема с некачественной организацией движения по различным причинам. Везде есть проблемы, что светофоры работают не так, как хотелось бы, не оптимально, скажем так. Есть куда стремиться. Везде есть проблема с перемещением населения из, например, с окраины в центр, из центра обратно домой. Поэтому это маятниковое движение, оно также присутствует везде, и светофорные объекты обычно это не учитывают. Мы же стараемся, чтобы это все-таки происходило, учитывалось, и по этой причине светофорные объекты имеют как минимум 4 режима. Это утренний, вечерний, дневной, ночной. Это как минимум. В Махачкале применяется больше режимов, потому что настраивается, хотим гораздо более качественно подойти к вопросу передвижения собственного населения. В Махачкале приступили к реконструкции пешеходной зоны в поселке Кихулай. Работы идут от улицы Школьная и до улицы Багандова. Частично сделана заливка бетоном лестниц, подготовлено основание для следующего этапа. Все ступени подсыпаются противоскользящим покрытием. Площадь территории, которую надо благоустроить, составляет порядка 1000 квадратных метров. Работы проводит подрядная организация ООО «Спецремстроймонтаж». Опытная организация, работы идут согласно графика, с опережением. На сегодняшний день уже 20% строительных монтажных работ по устройству лестничных маршей уже завершены. Планируем завершить работы в срок по графику до 30 сентября. Завершим работы по заливке ступенек, потом начнутся работы по устройству освещение, декоративные заборы будут, ограды вокруг, установим перила. Новые, все новое? Все новое будет, абсолютно все новое. Установим скамейки, урны, родник. Значит, в прошлом году рейтинговое голосование, и очень активно участвовали наши поселки, не только поселки Кихулай, Итарки, Албрекен, другие поселки поддержали эту программу «Комфортная среда». И с этим, как мы четвертое или третье место заняли, общее голосование, и вот начали эту работу уже на сегодняшний день, провели уже немало работы. Ну и все участвуют в этом, как бы, да, все радуются. Конечно, это уже, это место под 80 лет, потому что его давно надо было уже реконструировать. Наконец-то все это получилось. «Я счастливая мама» – фотовыставка, посвященная женщинам, воспитывающим особенных детей, открылась в Театре поэзии. Организатор мероприятия – Центр для детей с особенностями развития и инвалидов детства. На выставке побывала наш корреспондент Малика Курбанова. Ей слово. Сегодня стены выставочного зала украшают фотографии особенных матерей. Их каждый день борьба со сложным, порой неизлечимым диагнозом детей. И там, где медицина бессильна, мамы творят чудеса, открывая ребенку окружающий мир и раскрывая в нем таланты. Познакомить вас с моим сыном. Его зовут Арсен. Ему 16 лет сейчас. И в этот мир
особенных мам, и я пришла из-за него. Потому что, вот, как говорят, да, у нас случилось несчастье, и оказалось, что ребенок у меня особенный. И я старалась думать, что сделать для него, как его развивать дальше, что ему подходит, как его адаптировать, социализировать. Мой ребенок рисует, и с 3 лет я всячески его максимально развивала в этом направлении, чтобы он нашел себя в творчестве. Его можно назвать состоявшимся художником, потому что в его 16 лет у него уже было несколько персональных выставок, и мы готовим в сентябре еще одну. Фотовыставка проходит в рамках 3-го межрегионального арт-фестиваля «Горизонты будущего». В планах у организаторов создать арт-студию для особенных детей по созданию мультфильмов, обучению живописи и хореографии. Сегодня в центре занимаются ипотерапией и творчеством более 60 ребят. Грантовую поддержку проекту оказывает Министерство труда и соцразвития региона. У нас есть разные диагнозы. У нас есть дети с ДЦП, слабовидящие, слабослышащие, с аутизмом, с задержкой психического развития, синдромом Дауна. То есть мы не выделяем какой-то отдельный диагноз. Мы берем всех детей с особенностями развития, потому что каждый ребенок индивидуален, и у каждого свой талант. Зачастую родители в погоне за реабилитацией не замечают этот талант, а наша задача – выявить талантливых детей, помочь им развиваться и расти. Самая большая награда за труд и терпение для таких матерей – это успехи их детей, для многих из которых общение с людьми уже большой шаг вперед. Малика Курбанова, Салман Гитихмаев, ННТ Махачкала. Далее Карим Даниев с кратким обзором новостей и затем продолжим. Три смертельных ДТП произошло в регионе за прошедшие сутки. В результате аварии в Кумтаркалинском районе погиб 53-летний мужчина. Вечером 16 июня, управляя автомобилем ВАЗ-2107, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Вольво». А в Ногайском районе местный житель, находясь за рулем Lexus RX-270, не справился с управлением и съехал на обочину встречного движения, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Также в пригороде Махачкалы, управляя автомобилем ВАЗ-2110, 23-летний житель Бабаюртовского района выехал на встречную полосу, где не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. От удара автомобиль разорвало на 2 части. Водитель госпитализирован, а его пассажир скончался на месте. В Докуспаринском районе произошел обвал верхового откоса автодороги. В результате прервано транспортное сообщение с населенными пунктами Ахтынского и Рутульского районов. На место перебрасывается техника для расчистки дороги, сообщает ДАК-Автодор. Более 1500 махачкалинских детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях столицы. 8 учреждений уже начали свою работу. В рамках одной смены в них примут 800 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Программы пребывания во всех пришкольных лагерях разработаны в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки республики. Согласно им, дети будут посещать музеи, библиотеки, городские кинотеатры, парки, а также центры традиционной культуры. Боксер Альберт Батыргазиев выступит на 3-м турнире в рамках Интерконтинентального кубка. 18 июня в Москве российской команде предстоит матчевая встреча против сборной Африки. Боксировать олимпийский чемпион Токио будет в весе до 63 килограммов. Его соперник Рафима Маеву из ЮАР выиграл 14 из 19 проведенных поединков на профессиональном ринге. На предстоящем турнире в столице страны также выступит еще один дагестанец – Муслим Гаджимагомедов. Он уже провел 2 победных поединка на турнирах этой серии. Дагестанские бадминтонисты отличились на всероссийском турнире в Благовещенске. Победителями соревнований в мужском парном зачете стали Альберт Ибрагимов и играющий тренер сборной республики Анатолий Ярцев. В смешанном парном зачете дуэт Анатолия Ярцева и Дарьи Кононенко занял 2-е место.
Всего турнир собрал более 200 бадминтонистов из 10 субъектов страны. И на сегодня это все. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Всего доброго, до свидания.